Звук «а» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Основная буква «а» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Буква «и» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Неважно, где будет находиться поле их битвы. Стремление к борьбе до победного конца проявляется во всем. Представители этого имени – люди, чаще всего прекрасные администраторы, организаторы, но им самим лучше также находиться под контролем или, по крайней мере, под сильным влиянием более спокойных и устойчивых людей. Буква «и» в имени говорит о неполноте и чуждости. Звук «х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. В мирной жизни типичные представители этого числа также довольно часто ввязываются во всевозможные стычки и конфликты. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «х», вы не встретите. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.